Не секрет, что компьютерная грамотность нашего населения оставляет желать лучшего. Особенно это касается людей в возрасте. Этот проект – ответ на социальный заказ общества о необходимости ликвидации компьютерной безграмотности. Суть проекта в следующем. Создан и выпущен обучающий диск с курсом видеолекций для людей, только-только начинающих овладевать компьютером. Это, как правило, социально незащищенные слои населения, пенсионеры, инвалиды и люди старше 45 лет. Диск выглядит вот так, имеет уникальный дизайн, это видно и в ролике. Состав целевой аудитории порождает большие трудности в разработке методики обучения. Это очень прилежные ученики, но они не верят в свои силы. Я все время слышу просьбу о повторном посещении курса, но, к сожалению, это невозможно из-за высокой востребованности курса, так как они бесплатные. Именно из-за этого у меня возникла идея создания дисков с видеоуроками, чтобы люди в спокойной домашней обстановке неограниченное количество раз могли прослушать и повторить пройденный материал, и даже самостоятельно обучаться. Обучение с помощью видеолекций является современным и эффективным методом. А разработанная мной методика особенно эффективна в результате простого и краткого изложения сложного материала. За время существования наших курсов на них прошли обучение почти 1400 человек различного возраста, от 8 лет до 80. Я долго думала, как за 2 минуты рассказать о новизне и нужности этого проекта. Вы слышали впечатляющие цифры о количестве людей, для которых он стал нитью Ариадны в лабиринте виртуального мира. Но лучше, чем сказала одна из моих учениц, не скажешь. Я прочитаю вам небольшой фрагмент стихотворения Надежды Беликовой, в котором она выразила свои чувства после обучения на наших курсах. Так интересно, просто, живо, о сложном рассказать смогли. Скажу без лести и правдиво, то дар великий, Монами. Галина, вы не порос, парус, что не одной мне, а всем нам. Помог уплыть, освоив Яндекс, по интернетовским волнам. Спасибо за внимание.